А если пускают, то такие потом проблемы. Говорят, первый штраф пятерка. Ого. Второй штраф двадцатка. А третий раз конфискация транспортного средства. Ну, факт-то за что? Ну, знал бы я за что. За маски вот тоже. Это по какому тарифу они штрафуют? Пассажиров на 500, водителя на 3. Ого. Причем я буду сидеть в маске, вы будете сидеть без маски. А штрафуют обоих. Потому что я вас посадил без маски. То есть меня 3, с вас 500. Вот как ни крути. Круто. Ну какая страна, такие законы. Ой, честно, как есть. Ну, да. Где-то отклонение в одну сторону, да, где-то в другую. Да. А так все одно. Люди-то везде одинаковые. Да, законы везде зверские. Еще главное, что ты ничего не забыла уже. Эти поездки. Все для людей. Блин, ну это сейчас на карантин или на ТЭЦ сразу, да? Нет. А хотя я не знаю, оно каждый раз меняется. Я и сюда ехала, ну как бы тут же типа тоже должны были на 2 недели на карантин посадить. Ну да, а на границе же мне не предупреждали, там обычно сразу не заносят список, ну, проверяют. Да. Да, я аж к ним, они говорят, иди. Я говорю, куда иди? Говорят, на автобус иди. Я говорю, в смысле иди на автобус? А прописка у вас же здешняя, ну, да? Ну естественно. Ага. Я говорю, в смысле, а карантин, а что-то это... Ну, номер телефона, они же записывают там, ну, типа, да, для врача. Адрес, телефон, да. Иди, говорит, на автобус, что ты пристала? Я моргаю на них, думаю, о, странный народ. Что это такое? Иди, не мешай отдыхать. Да, вот именно вот так меня тупо послали. А я стою, моргаю на них, не понимаю. Ну как это? Ой, цирк. Я ж честный гражданин, как бы, да, вот я... Законопослушный же жди. Да, вот я честно ж пришла к вам, не... Не хочется ж ничего нарушать, никуда не встревать. Мне говорит, иди отсюда, что ты встала уже тут это вот. Что пристала? А что они сидят надо там? Я, короче, так и не поняла. Поэтому я не знаю, что будет при переходе на ту сторону. Может, там тоже что-то такое будет происходить. Да, ну там же тоже каждый раз. То они требуют тест, то они требуют карантин, то они требуют и то, и другое вместе. Ну да. И цены эти плавающие на эти тесты. Да там же вообще все изменилось. До станицы я приехала, давно не была. Глянула, думаю, ого, что тут произошло. Все. А когда последний раз были там?